Всем привет, это Кочмар. Сегодня я хотел бы поговорить о том, что пари уничтожения техники 10 невыполнимо. Вообще никак не в этой жизни. Помню раньше, когда только вот танки улитки ввели, когда еще наплыв игроков был большой, очень много было нубов с картошки, которые привыкли к картошечной системе игры. И они думали, что тут все так же легко и просто, не привыкли к ваншотам. Так вот, можно было нагибать очень легко игроков. Я помню, я сам, кстати, в танке первый раз, первые единственные танки, которые я сыграл, это были танки War Thunder. Я до этого играл танки только, по-моему, Т-34 против Тигра. Это офлайновая игрушка. И вроде все. Ничего такого я серьезно не играл. Red Orchestra еще помню в Стиме, когда там был бесплатный доступ на выходные. Тоже погонял был на танке, и больше я не играл. Поэтому, можно сказать, я в War Thunder тоже был такой же нуб. Но я помню, я нагибал и по 10 танков за бой. И даже больше танков я за бой мог уничтожать, когда только их ввели. И поэтому вот это пари, уничтожение техники 10, оно, в принципе, было раньше осуществимо. Теперь же, в современном War Thunder, это пари неосуществимо вообще никак. Как бы ты ни старался, я не знаю, надо быть, наверное, отцом-нагибатором, ездить, я даже не знаю на чем, ну, может, на КВ-2. Я не знаю, на чем надо ездить, чтобы, короче, сделать вот это пари. Неважно даже в каком режиме. Аркада, РБ, наверное, все-таки даже в аркаде его делать легче, потому что там гарантированное трехкратное возрождение у всех, а в РБ там, если тебе очков не хватит, ты уже не возродишься. Ну, в общем, чтобы доказать зрителям и разрабам, что это пари невыполнимо, что это пари надо убрать из War Thunder или снизить хотя бы планку уничтожения техники до 5. Это потолок, я считаю. 5 техник уничтожить в War Thunder современно. Это тоже очень тяжело, но, по крайней мере, выполнимо. 10 невыполнимо вообще. И вот, чтобы доказать вам, что это пари невыполнимо, я захожу в повторы. И вы можете сейчас посмотреть по повторам, вот по статистике повторов, сколько техники уничтожил за бой, за каждый бой я, сколько уничтожили мои напарники. Вот, я уничтожил в крайнем бою 3 танка, чел какой-то уничтожил 5, это все, кстати, аркадные бои. Чел уничтожил 5. Ну вот, максимально чел уничтожил из всей команды 5 танков. Это крайний бой. Вот. Следующий бой вот тут. Один чел уничтожил 9 танков. 9, не 10. Кто-то 6, я 5. Это я считаю, я очень хорошо провел бой. Если я уничтожил 5 танков, я считаю, я очень хорошо провел бой. Вот этот чел 9, он, конечно, он это какой-то мастер, ас. 9 танков уничтожить сейчас, это тяжело. Вот, тут 7, потолок, по-моему. Так, тут 4. 4, потолок. Тут потолок, даже, по-моему, вообще 2. То есть максимально в этом бою люди уничтожали по 2 танка. Все. В этом бою максималка 5 танков. В этом, по-моему, тоже 5. В этом 2 тоже максималка. В этом, по-моему, 5. В этом 9. Вот, опять же. Вот второй. Второй бой, кстати, где люди уничтожают по 9 танков, и все. Никто не может уничтожить 10 танков.
Никто. А в пари нужно именно 10. Не 9, не 8, именно 10. Так, в этом бою. В этом бою, кажется, я вышел, что ли. Потому что вообще у людей по 0 фрагов танков. Странно. Так, в этом бою тоже 0 фрагов. Или это статистика глючит? Наверное, статистика глючит. Вот в этом потолок 6. В этом потолок 6. В этом 3. Здесь 4. Здесь 2. Здесь 6. Ну, вы видели. Я только что в повторах пролистнул статистику. Ну, боев может 10. Никто не уничтожил больше 9 танков за бой. А нужно поэтому пари 10. Поэтому я ж говорю, вот это пари просто невыполняемо. Разрабам нужно его или забирать, потому что вот у меня 8 штук накопилось. Я его даже не думаю использовать, потому что нереально его и выполнить. Я уже прикидывал разные способы, как его можно выполнить. Уже думал, может, как-то на зенитке, может, на кугеле. Потому что она хорошо сбивает самолеты. Но нет, я пробовал по-разному. Это пари невыполнимо. Даже если тебе как-то чудом удастся 9 фрагов сделать, но 10, именно 10, ты вряд ли сделаешь. Разрабам нужно понижать ступень этого пари хотя бы до 5 танков, до 6, до 7, но только не 10, нет. В современном War Thunder это пари сделать нереально, считаю, оно только вот замусиливает инвертарь. И даже, по-моему, и выкинуть нельзя. То есть оно просто лежит тут. Выкинуть его нельзя. Выполнить его невозможно. Просто находится в инвентаре, занимает место. И вот такие дела, короче. Спасибо.